пацаны, всем здорово, оценили ролик с... прошлый ролик с драфтами. Вы хотите продолжение? Еще раз извиняюсь за то, что у меня немножко некачественный фон, там все в этом роде, микрофона нет, просто я сейчас повторюсь уже на дачу. На момент этой записи, как и того ролика, я записываю 29-го специально наперед, чтобы не монтировать. Вы поставили 20, даже больше, по-моему, лайков поставили. Сегодня у нас самый лысый драфт. Да, чуваки, я это сделаю. Если вы хотите самый волосатый, то, пацаны, 30 лайков, пожалуйста. Сегодня мы собираем самых лысых, то есть самых таких, которых причесочка маленькая, прическа плохая. Пацаны, мы зашли в драфт. Вот вы видите на экранах у себя свой драфт. Собираем самый лысый драфт, пацаны. Самый лысый. Погнали. Собираем самый лысый, не обязательно именно тупо, знаете, лысина. Можно, в принципе, знаете, как вот у этого Сефировича. Вот тут вот по бокам сбрито, то что берем его, в принципе. Но за лысого его засчитать нельзя. Собираем как можно максимально больше лысых бошек. Погнали, пацаны. Ну, здесь такое себе, здесь даже лысых нет из вратарей. Я зачем-то только вратарей выбрал. Погнали дальше. Здесь не обязательно рейтинг сыгран, здесь обязательно именно лысый, пацаны. Вот и первый лысик подъехал, Зелинский. Тут вот по бокам сбрито. Как говорится, дядя Толик подстрижет под нолик. Погнали дальше. У нас есть Игостон, яичко. Ну, давайте возьмем Игостона, это уже второй лысик. У меня цель собрать 5 лысых в драфте. Я думаю, я должен выполнить это. Я должен делать, как минимум. Давайте дальше. Кого же здесь взять? Ну, я думаю, Саня Головин здесь больше всех, как бы, показывает, что он дядя. Кстати, у меня прическа с Головином чем-то похожа. Головин отдыхает. Опять берем Головина, что ли? А, нет. Берем Игостона, у него более лысее, чем у Головина Притча. Дальше у нас есть Цыганков, кстати, Цыганков. Да, Цыганков. Хуй Саши мы не возьмем. Возьмем мы Цыганкова, потому что у него более-менее там залысина. Погнали дальше, у нас есть Клаван. Выбор такой себе, но возьмем, наверное, вот этого Миленковича, который более-менее как-то подходит по своей объемности головы лысым. Чуть-чуть. Рудигер без вопросов. 4 лысых мы уже собрали, более-менее лысых. Дальше берем Аканджи, это 5-й лысый. Я говорю, не обязательно именно лысых, именно обязательно хотя бы по бокам, чтобы его на лысо сбрито, тогда можно как-то засчитывать. Орбан, я думаю, тоже у него там сзади что-то есть там. 6 лысых драфте, 92 на 115. Погнали, вторая попытка, последняя. Наверное, опять Сефировича возьмем. Ну, это опять, конечно, засчитывать ни в коем случае нельзя, но Сефирович там весь праздник тут. Ребич. Ребич здесь самый лысый, да? У него бока прям пипец как сбрита. Я... Есть хотя бы один такой прям пипец какой лысый? Арнаутович. Арнаутович — это первый нормальный лысый человек, который прям вот под нолик практически подстрижен. Ну, под единичку уж точно. Тадич, Бранд, Шакири. Ну, Шакири, да, ладно, окей, берем Шакири. Нет таких игроков, которые прям лысые, которые прям хорошие, ред лысые. Ну, ничего лысого толком нету. Погнали, вторая дальше идет. Это Брозович, Зобнин. Брозович, 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 еще раз Брозович. Это нормально. Брозович, прозвище. И... Кайнз? Да, майонез Кайнз, кетчуп Кайнз. Берем кетчуп Кайнз, который сейчас, кстати, находится в Пасхе, в событии, которого можно получить практически бесплатно. Ну да, бесплатно, там чуть-чуть усилий потратить. Кайнз берем. Кайнз — это топ. Кто согласен, ставит лайк. Погнали дальше. Давид Алаба. Аканджи берем. Аканджи. Аканджи. Он здесь самый лысый. Он... И Давид Алаба. Давид Алаба. Неважно. Давайте, у нас еще две позиции осталось. Берем, наверное, опять Алабу. Ну, пацаны, ну, сори, реально, нет футболистов жирных, так как и нет футболистов лысых. Ну, нет таких футболистов. Футболисты все нормально стригутся. Ну, разве что не в таких драфтах есть лысый футболист. Ханданович, пацаны. Ну, здесь приблизительно плюс-минус собрали 4-5 там лысых игроков в драфте. 90 на 120 на минуточку. На этом вам, надеюсь, на этом можно закончить. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Если вы хотите самый волосатый, лохматый драфт, то ставьте здесь много лайков. Возможно, я когда-нибудь это выпущу. Надеюсь, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки еще раз. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте и на МДБ. Всем еще раз, пацаны. Пока!